Рейван. Брайстоль. Ахумница Киселева. Оксаночка, где мяч? Наш будет мячик. Оксана Киселева как подкараулила этот перехват. Ай да умница, красотка. Минута 10 и мяч во владении у Ростов-Дона. И вот она уже народившаяся традиция на последнюю минуту всем залом встать на ноги. И зритель хороший ростовский понимает всю соль. Ильина, Бобровникова, Сень. Центр Сень, скрет с Бобровниковой. Ильина буквально-таки с острейшего угла. И тот отражает. Что будет? Будет пенальти. Пенальти для Ларвика. Конечно же, на снос там шла Киселева. Не удивлюсь, если еще две дадут. Две не дают. Да, здесь Сень как на прямых руках пыталась встретить. Не получилось игру. И Киселева, конечно же, ценой 7 метров останавливает. Пенальти. Брайстоль. Мимо! Мимо дрогнула Брайстоль. Герой, несомненный, сегодняшнего матча. Кристин Брайстоль мимо рамы. 25 секунд и мяч во владении. Сверхактивный прессинг норвежской команды. Ян Лесли берет тайм-аут за 16 секунд до окончания поединка.